Всем привет. Привет, привет. Всем здравствуйте. Так, но достаточно, я думаю. Народ подтянулся. Итак, привет, привет, да, всем. Не буду поименно. А вот все, Саратов пришел. Можно начинать. Итак, у нас сегодня новинка от профессионального охотника Джеффа Фойлса. Вот такой вот оранжевый Dead Meat манок. Да-да-да, всем добрый день всем. Подключайтесь потихоньку. Уже начинаем убийственное мясо разыгрывать. Помню, ролик смотрел, как Фойлс рассказывал, что вот считается у него загубник самый удобный на всех, ну, из всех манков. Загубник именно Фойлс. И Фойлс у себя на видео, на обучалке, по-моему, рассказывал, что вот именно на своем опыте он пришел к такому загубнику, потому что надоело ему резать губы об те манки, которые, видимо, были до этого. Довольно острый край был. Так что это вот его разработка. То есть человек не просто так выдумывает, а именно исходя из своего опыта. С кучей времени, проведенных в полях, на охотах. Хорошо. Традиционно 45 линий. Идем в наш рандеморг. Так, обновим страницу. Угу.
Мы не продаем здесь манки. Вы в директ обратитесь, пожалуйста. Сейчас мы как раз разыгрываем, можно было поучаствовать. Ну, манок каждый манок, похоже, да, должен уехать в Воронеж. По традиции. Но он почему-то в последнее время уезжает в Якутию. Непонятно, да? Не та система бубнов в Воронеже. Так, тестируем. Пока тестовые прогоны генератора. Так, не тягайте одеяло туда-сюда. Может, он вообще и не в Якутии, и не в Якутии, и не в Воронеж. Сейчас посмотрим. Все решит генератор случайных чисел. Давай, давай, Андрей, у тебя хорошая барабанная дробь. Так, глядишь, перетянешь бубен. Так, ладно, 60, нормально. Это тест закончили, идем в наш диапазон. И убийственное мясо будем разыгрывать от Фолиса. Так, Алиса, какое сегодня число? Сегодня в Москве 30 июня. 30 июня, последний день месяца. Алиса, сколько времени? Сейчас 11 часов 38 минут. 11.38, 30 число, разыгрываем оранжевое мясо, убийственное мясо от Джеймса Фолиса, от Джеффа Фолиса. Итак, Андрей, погнали, барабанная дробь, всем удачи, парни. Девятый номер. Девятый номер. Якутия. Манкист ЕКТ. Все-таки якутские бубны посильнее воронежских. Поздравляю. В Якутии набирается уже прямо огромнейшая коллекция манков. Ну, парни жестко взялись за участие, если посмотреть. Да. Можно не переезжать, наверное. Можно с ними подружиться. Ладно, погнали дальше. На сегодня у нас еще не все. Да. Не, ну ты забыл, что до этого раньше интриги не было. Просто было Якутия и все. Так, рубин. Вот такой вот драгоценный гранат, да, скорее всего, это гранатовый цвет. Рубин чуть розовый. СВФ. Кстати говоря, проходящий сейчас этот
онлайн лайфдак. Я смотрю, что-то там, по-моему, кто-то один из Италии на СВФ играет. Ну, потому что она не профессиональный, любительский уровень. А нет, он на Golden Digger играет, кстати говоря, который в Якутии тоже есть. О, победитель пришел. Манкист ЕКТ, поздравляю, вы выиграли Фолис Дедмит Манок. Девятый номер ваш, призовой. Победитель только зашел, как я смотрю. Так вот, в любительском в основном я смотрю. Анатолий, ты выиграл, да. Так. Толя победитель. В любительском уровне я смотрю в основном там какие-то либо свои манки, либо каких-то компаний. Это люди ближе к 12 подходят, уже когда заканчивается все. Так, парни, что случилось? Ты победил, Анатолий. Вот что случилось. Привет, Александр. Поехали этот гранат драгоценный разыгрывать. Чемпионский манок от компании РМ. СВФ. Так, победитель только подтягивается предыдущие. Владимир Горохов. Владимир, получили, да, этот миг? Пам-пам-пам-пам-пам. Так, погнали давайте на РМ. РМ. 45 линий. Как обычно, идем в генератор. Обновляем. Обновили. Давайте опять тестовый прогон. От 60, например, до 100. 10. Какой обалденный маночек. Так, вы все здесь? Что-то мне все комментарии обновили. Остановились. Мы в эфире? Так, давайте еще пару прогонов. И на красивом числе. О, опять под Олимпиаду 80 становимся, например. Идем в наш диапазон. Так. СВФ, гранатовый манок РМ СВФ. Что-то не могу понять, люди еще здесь. Андрей, включаем барабанную дробь. Всем удачи, парни. Погнали. Погнали.
33 номер. 33 номер. Такой красивый. Вот. Арьетем унум гризео. Не знаю, кто это такой. Михаил Егоров подписан. Опять Якутия, что ли, да? Михаил, а кто это? Ну, Якутия, конечно, жжет. Ну что же, поздравляем сегодня в очередной раз якутскую команду. Парни молодцы. Дружная команда. Дружно забирает все призы и наращивает свою коллекцию. Отчитывайтесь. По полученным манкам тогда пишите. Я вас еще раз всех поздравляю. Всем участникам, от вас, я думаю, в том числе от победителей, спасибо за участие, за то, что проводится лотерея, в принципе, такая. Манкотерея. И вы, парни с Якутии, становитесь обладателями таких манков, в том числе. Да, в том числе всем огромное спасибо, всем участникам. Не Best Calls делает, а именно все, кто участвует. Все, кто участвует, делают, соответственно, возможность, дают возможность получать такие отличные манки кому-то. Ну все, на этом заканчиваю. Еще раз всем спасибо, победителям поздравления мои. Всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Следите за новыми объявлениями. Я думаю, у нас будет много еще интересного всего. Так, всем хорошего настроения, здоровья крепкого. Всем удачи. Давайте, всем пока. На этом заканчиваем. Все, всем счастливо.